Всем привет! Давно уже блог не обновлялся мой. Решили записать видео для тех, кто находится в поисках какого-то бизнеса, в поисках какого-то дохода. Вот. И я знаю, что из вас есть, ну, не, многие из вас это девушки, которые ищут какую-то тему, какой-то доход, но боятся в каком-то мужском бизнесе, да, боятся вообще туда влазить в мужскую тему и так далее. Но есть партнеры, и у меня, и у многих людей есть партнеры, девчонки, есть девчонки с детьми, есть матери-одиночки с детьми, да, которые зарабатывают деньги, все нормально. Мне всегда было интересно, что, как они делают, что они делают, почему, как они себя чувствуют, когда, ну, скажем так, мужики отказывают им, да, и, ну, то есть, ну, вот что-то в этом роде, вообще, как они себя ощущают в процессе, да, в мужском именно бизнесе, в мужской теме, которая связана с топливом, с машинами и так далее. Вот, поэтому самый такой один из важных и глобальных вопросов — это какое видение вообще у девчонок, которые занимаются этим бизнесом в интернете, почему они вообще сюда пришли и что они здесь, ну, для себя находят? Да, я увидела тест-драйв и сразу в голове что-то щелкнуло, что это классная тема, потому что связана с автомобилями. То есть в голове какие-то процессы зашевелились. И я сразу поняла, что эта тема очень актуальна, что здесь очень много мужчин, а там, где мужчины, вообще там водятся деньги. И на сегодняшний день я не понимаю, почему мужчинам, когда предлагаешь бизнес, ну, они реагируют на это. Очень многие, я не могу, да, реагируют как умники. Типа все знают, а сами не в зуб ногой. Да, типа все знают, а сами ничего не знают. Я не знаю, почему мужчины так реагируют на это. Часто тут на днях жена ответила за мужа. Видать, мужчины сами, у них нет своего мнения. Не знаю, кому-то проще класть кирпичи. Кто-то не может найти 30 минут времени, чтобы просто хотя бы вникнуть в тему, где есть деньги. Недавно разговаривали, ну, в процессе разговаривали с людьми, и я реально понимаю, что, ну, то есть, либо народ зашуганный стал, либо мы чересчур много знаем, и у нас чересчур шикарные вещи в руках находятся. Кто-то кирпичи ложит, кто-то прячется, за него жена отвечает, кто-то... Ну, короче, вообще, народ, вы что там такие глухие сидите-то, прячетесь вообще? Кто-то в игры играет, кто-то послать, кто-то подальше. Не, я понимаю, конечно, что у меня по 10 человек... По 10, по 15 человек каждый день в бизнес приходит, ну, изучать его, смотреть на него. Это все, то есть, не без этого. Негатива, понятное дело, что меньше. Я имею в виду, что тут же девчонки зарабатывают деньги. Вот они сидят прям вот дома. Вот. И зарабатывают сотни тысяч долларов ежемесячно. Ё-моё, ты сидишь, здоровый мужик, и гордишься тем, что ты устал, болит спина и ложишь кирпичи на стройке. О чем речь идет вообще? Тебе показывают вообще совершенно другую тему, чтобы ты после своей стройки отдыхал, ноутбук на пузо положил, включил скайп и зарабатывал деньги. Все, здесь ничего сложного нету. И вообще на будущее я говорю вам, когда вам девушки пишут о бизнесе, мужикам говорю, не стройте себя умников, вы как клоуны, они ржут над вами вообще по-страшному. Лучше уделить 30 минут времени, зайти на тест-драйв, на который они вас приглашают, и посмотреть, что оказывается, вау, да она рубит деньги, я как болван сижу просто и играю в игры. Вот и все. Просто для себя посетить, посмотреть. Да. Может быть, мужчины думают, что женщина не может заниматься чем-то серьезным, перспективным и хорошо зарабатывать. Да, мне дали ссылку на тест-драйв. На тот момент я работала в серьезной компании и зарабатывала, ну, достойную зарплату у меня была. Больше, чем у многих белорусов. Да. А, мужиков. Больше, чем, не знаю, я не знаю, как можно сидеть на попе ровно и получать там 1000-2000 долларов. Я не знаю, как можно за эти деньги даже просто содержать семью. И если есть классная тема, тем более связанная с топливом,
что на сегодняшний день очень, мне кажется, актуально. Тем более вообще машина – это любимая игрушка для мужчин. Не понимаю, когда мужику предлагаешь тему, связанную с автомобилем, почему они не могут даже просто вникнуть и посмотреть. Может, они не могут признаться, что они слабаки. Кто-то не может признаться, кто-то, скорее всего, думает, что женщина не может просто предложить какую-то классную тему, связанную тем более с автомобилями. Ведь мужчина считает, что они все знают. Угу. А что вам нужно делать, чтобы у вас все получилось? Вот и все. Если вы не боитесь, то вы пойдете на тест-драйв. Если вы боитесь, вы спрячетесь с бутылкой пива за телевизор и будете с пультом сесть смотреть футбол. Да, дорогие мужчины, если вам девушка пишет красиво и предлагает, идите на тест-драйв, уделите 30 минут времени, я не знаю, ну, просто пойдите на тест-драйв и посмотрите, что это. И сколько люди здесь зарабатывают, и что вообще надо делать? В принципе, делать-то ничего не надо, просто идите на тест-драйв. Короче, вот такая вот тема. Не, ну ты, конечно, можешь сейчас включить очередной разумника и сказать, да ладно, хватит там болтать на своих видео и так далее. Взять пульт от телевизора, открыть бутылку пива и втыкать телек после работы. Абсолютно твое право, ты нам такой даже и не нужен. О том, что у тебя нет времени, вот. А все те, кто ищут, все те, кто даже уже душой хочет, а я знаю, что таких очень много, но чуть-чуть где-то боятся, может быть, стесняются, может быть, стесняться, бояться не надо. Зарегистрировался на тест-драйв, зашел, посмотрел. Не твое, до свидания, пошел дальше ложить кирпичи и штукатурить стены. Твое, значит, обратился к человеку и вышел к нему на связь, там есть скайп, там есть все контакты, и реально сказал, что это мое, помоги мне. И вообще повезет, если эта девчонка спонсор.